Сериал «Первый отдел», третий сезон, 3-4 серии. Анонс. 3-4 серии выйдут 3 октября на телеканале НТВ в 20 часов. 3-4 серии «Выстрел из прошлого», 1-2 часть. Депутата Госдумы Овчаренко лишают мандата за браконьерство. Криминальный авторитет Радулов, он же Радуга, находящийся 3 года в розыске, звонит Овчаренко по видеосвязи и требует переписать на него земельный участок. Овчаренко отказывается и погибает от выстрела киллера на глазах у Ухватова. Начальство требует от Брагина приложить все усилия, чтобы найти Радулова. Юрий подключает Шибанова. При задержании киллера Болта, опер Рожков случайно убивает подругу Болта, а сам киллер сбегает. Рожкову грозит суд. Вдова Овчаренко просит криминального авторитета Архипа защитить ее от Бромберга, бывшего начальника службы безопасности Радуги, требующего теперь у нее переписать имущество на хозяина. Архип с подельником похищает Бромберга, чтобы выбить из него местонахождение Радуги. Испуганного Бромберга спасает Брагин, и тот начинает давать показания. Рожкова задерживает УСБ, его обвиняют в убийстве. Радулов по видеосвязи звонит Брагину и угрожает убийством его и семьи, если Юрий не прекратит его поиски.